Я Оля, я участник проекта «Созвездие красоты» Beauty Test Drive. Я сегодня вам расскажу о приборе для ультразвуковой чистки лица фирмы «Жизотон». Мне девочки в личную почту уже пишут, чтобы я побольше рассказала именно об этом приборе. Почему-то именно вот ультразвуковой пилинг вызвал большой ажиотаж. Ну что, девчонки, рассказываю. Для ультразвуковой чистки дома мне нужно две вещи. Это сам прибор и специальный гель. Этот гель с фруктовыми и томатными кислотами, поэтому его нельзя держать на лице больше получаса, он реально разъедает кожу. Я нанесла на лицо гель, и его нужно оставить примерно на 10 минут, чтобы он начал свое черное дело по разъеданию верхнего слоя кожи. Включаем прибор. У него есть два режима ультразвуковой чистки. Вот этот сейчас левый, это легенький. И H – это жесткий режим. Ну, тут вы сами варьируете, как вам комфортнее. Понятно, хочется всем быстрее результаты, поэтому жесткий режим. У кого такая чувствительная кожа, как у меня, например, гель, через 2 минуты мне уже щиплет все лицо, то лучше вот такой легенький режим выбирать. Вот эта вот чудесная кнопочка, это вот с этой стороной, можно делать ультразвуковой массаж. Но на самом деле я именно с этим прибором ультразвуковой массаж не делаю, потому что у меня есть прибор М115, в котором более удобная большая манипула. Но у кого есть только такой, то да, с одной стороны вы можете вот с этой делать пилинг и, разворачивая прибор на другую сторону, можете делать микромассаж со специальным, например, очень хорошим гелем с экстрактом икры. Я выбираю режим максимально легкий и начинаю ультразвуковую чистку. Я сама ужасно удивилась, линии должны быть массажные, классические, но вы делаете не от середины лица к вискам все движения, а ровно наоборот, то есть от краев лица к носу. Ставим прибор под углом 45 градусов кожи и начинаем проводить. На самом деле это не очень киногенично выглядит, поэтому я не стала уж вас пугать и работать здесь по гелю, просто показываю такое движение. Когда вы это делаете, то во все стороны летит грязь, пыль, гель, в общем, все это такое неэстетичное немножко дело, и вы каждый раз протираете ваткой. В отличие от прибора М115, именно в этом приборе ультразвук слышен, то есть у вас прямо вот в ушах будет стоять такой звон специфичный, ультразвуковое жужжание. После процедуры ультразвукового пилинга мое лицо стало свежим и сияющим. Всем пока, до новых встреч!